Всем привет, мои дорогие! Рада вас всех видеть на моем канале. Мы вам сегодня показали, как говорят, вид из окна автомобиля. Только мы ехали в автобусе и решили вам немножко показать наш Мариуполь. Я думаю, вам будет очень интересно посмотреть. Спасибо, что смотрите. Сегодня едем в автобусе. Очень веселый кондуктор, позитивный человек, юморной, с юмором. Решила записать. Обласкайте взглядом от веселой шутки. Тает даже снег. Это так чудесно. Если с вами рядом улыбнется незнакомый хмурый человек. Это так чудесно. Если с вами рядом улыбнется незнакомый хмурый человек. Продаю свободное место. А, ну хорошо, я на вас неделю буду кровать. Да, он забрал. А ты знаешь, как все? Все, отмените кнопку получше. Да, да, да. Я знаю, что ты знаешь. Хоть планету кружит всемогущий век. Совершите чудо. Держите запоры, нет.
Такого нигде нет. Пусть посмотрят люди, в каком ужасе. Да. Было бы видно, да, да, да. Да. Это точно. Еще есть жизнь, да. С другой стороны, кладбище. А не, оно просто растет. На колоке. Поэтому в городе Мариуполе собственно жилищный фонд превышает 70%. Поэтому жилье здесь не строится. А в теории уже 30%. После развала Советского Союза уже не строится. По Украине крупные города города все равно некоторые строительства жилья, которые даже не есть. А в Мариуполе просто нет целесообразности. Достроили. Строили, строили, строили.
Давайте встретим восхищаться и сатану слов. Дома с видом на кладбище. В этом здании я работала когда-то. Проезжаем мою работу. Рай администрации. Это у нас еще идет ремонт. Левого берега обновляют дороги. Вот уже 3 месяца, как я сюда приехала, и 3 месяца идет ремонт. Никак не могут закончить. У которой я украден в отвистку, тоже станет красть сразу. Валерий Анатольевич мой супруг. А будет мы гуляем в центре, тут у нас по левому берегу, у нас есть время немножко. Решила немножечко вам показать, ребятки, как у нас тут. До сих пор еще ремонт, но готовятся очень активно, готовятся к дню города, который ребята почему-то перенесли на 28 число, хотя он празднуется с 10 по 14 сентября, то есть это день, когда был освобожден наш город Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков. Да, ребятки, вот мы тут, видите, активно идет, ну, что вам сказать, я вам как-то уже показывала эти виды, вот еще решила вам немножечко показать. Ребята, три месяца идет ремонт, 3 месяца. То дороги делаем, потом он выкорчевываем, тут видно деревья или столбы, или знаки какие-то. У нас жизнь кипит и бьет ручьем. Я говорю, город все беднее, жизнь становится все веселее. Но наши люди, самые сильные люди, наверное, крепкие, это жители города Мариуполя. Знаете, им больше... Все стоят и смотрят. Тут интересно, да? Человек работает. Легко давать советы. Видите, другим, это наш рабочий класс. Господи. Я же говорю, почему сильные? Потому что настолько уже претерпели тут от всего. И от этих
бомбежек, от этого экологии, и от этого питания. Ну, в общем, как я говорю, оставляет желать лучшего. Где тот единственный такой, ребятки, рыцарь, у меня маленький короткий обзорчик. Где его встретить? Ты видел жизнь, говорит, только из окна моего автомобиля. Я вам сегодня показала из окна автобуса. Кому было интересно посмотреть с нами, вставайте с нами. Доверимся судьбе. Легко. Я вам говорю до свидания. До новых встреч. Другим. С вами была ваша Наталья. Всего доброго. Всем здоровья. За счастье надо. Зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом. Быть может, счастье рядом. Лишь только оглянись.